Каких игр разговаривать, говорю. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я не знаю, я не могу сказать. Нет, надо точно знать. Если не знаете, то мы расстанемся, чтобы... Это мой труд. Я его выставляю другим на пользу. О плохом мы не говорим. А я больная, я совсем больная. Я больная. Вы как-то так говорите, как будто бы что-то не ладно с вами. Я больная, я больная. Больная? Ну, вы не против, что это выставляется? Ну, ладно, пусть выставляется. То есть, вы скажите, я не против. Я не против. Теперь говорите, слушаю вас, пожалуйста. Я вас хотела купить кисточки. Это, мне боится. В Англии хотела вас приобрести. В Англии хотела вас приобрести. Вы там один находитесь или кто-то около вас есть? Никого, я одна, только я одна. Док, не упадите, что-то вы совсем плохо себя это чувствуете. Я плохо хочу. Я ничего не понимаю, что говорите-то. Вот еще, Володя. Я видите, тихо начала перезвонить. Она говорит, перезвонит. Ладно. Когда? В другой день? Ну, в другое время. В другое время. Смотрите, чтобы это не оказались пьяной, тогда совсем никуда не годится. Да нет, я болею, тогда болею. Ну, понятно, маленько получше будет, только на другой день. С 4 Москвы ночи до 4 дня по московскому. Хорошо. Хорошо, с Богом. Спасибо, Господи. Так а что у вас тут написано, Степан? Это сын мой, это сын. А вас-то как звать? Меня Надежда зовут, Надежда. Надежда? Да, да. У меня жена тоже Надежда. Надежда Васильевна, ваша... Ну хорошо, выздоравливайте. И когда хорошо будет, только одна не подходите, чтобы сын был рядом. Так они редко бывают у меня. А то прямо ей боязно, чтобы не упали. Да я падаю. Ну все, тогда отхожу.